Привет, Дима Штешин. Вот это вы с этим лопатом рыбал. Два ведра. Вот тебе я, то есть ты был в курсе. Это два ведра. Три месяца вожу. В этом же месте, который разгребаю полностью, что ты был в курсе, это своими руками. Она была бы большой, как типа плодов, на этого клубника моего золотого называется. Ты был в курсе. Это своими руками все делаю. Потому что без труда не ловишь рыба из пруда. А что будет, то будет. Вот ведро, видишь? Такого. Вот беру вот так руках, два. И вот тебе на, как говорится, вожу на этих местах, и вот так я его распиляю. Был в курсе. Удачи тебе. Пока.